Заявка на коммерческое вещание от партии Российского единства несогласия. Избирательного блока «Выбор России», Гражданского союза «Время стабильности, справедливости и прогресса», Демократической партии России и Российского движения демократических реформ мы предоставим им эфирное время. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что в нашей дальнейшей программе произошли изменения. В 22 часа 5 минут мы продолжим показ американского телесериала «Twin Peaks». На поле чудес мы вас приглашаем в 23 часа 5 минут. В 0:10 ночные новости. А затем в половине первого телекомпания «Вид» представит начальственную передачу «Человек недели». Затем в 0:50 «Муз Обоз», в 1:35 «Политбюро», в 2:15 «Автошоу» и в 2:45 «Площадку Обоза». А в 3:40 обозрение «Пресс-экспресс» завершит передачи Первого канала Останкино. А сейчас, уважаемые зрители, осмотрите программу «Слово к избирателю». Обращаем ваше внимание.